сегодняшнее видео будет про образы на эту осень. Я хочу вам показать то, в чем я планирую ходить, что я буду носить. Я вам покажу свою новую одежду и плюс оставлю ссылки на всю эту одежду в описании под этим видео. В таком формате я с вами прощаюсь, желаю приятного просмотра, и подробное видео именно с обзором моих покупок на осень будет отдельно, поэтому ждите, я думаю, что оно выйдет после этого видео, и давайте приступим. Первым образом на мне платье, про которое очень много спрашивали в директе, это платье из топ-топ. Оно трикотажное, очень женственно и уютно сидит, при этом не подчеркивает никаких нюансов. И я этот образ дополняю ботинками на каблуке, они с Asos, я их заказывала по скидке на Asos, поэтому они вышли совсем недорого. И также в этом образе я захотела использовать такую укороченную светлую кожаную куртку, она также стоп-топ, но она сейчас не представлена, так как я брала ее пару лет назад. И сумка у меня от Louis Vuitton, но сюда бы подошла любая другая коричневая сумка. И другая версия этого образа у меня со светлыми казаками, также из стоп-топ, и мне захотелось взять лимон сумку. Она мне очень нравилась летом, но осенью, я думаю, тоже буду ее носить в некоторых образах. И это на более теплую осень, на более теплую погоду, так как здесь я решила не надевать никакие пальто. Второй образ мне захотелось сделать дерзким и игривым. У меня костюм из топ-топ, это юбка и блуза. Я взяла грубый пиджак, это винтажный пиджак, моя новая любовь. Мне пришло 2 пиджака винтажных, и мне кажется, я их буду носить всю осень. Очки у меня с Asos, и эти очки почему-то очень стали популярными среди блогеров в Инстаграме. Я вижу их почти у каждой девушки. Я вам также оставлю на них ссылку. Обувь у меня с Asos, и сумочка, которую я тоже сейчас ношу практически каждый день. Я не знала, что белая сумка настолько универсальна и подходит практически ко всему. В третьем образе на мне тренч и сумка от Mills Carta. Отвечаю на все вопросы, откуда эта чудесная белая сумка. Она от Mills Carta. Это наш российский бренд, питерский. И мне понравилось качество как тренча, так и сумки. Оно прекрасное. И сумка выполнена из натуральной кожи. Я хочу у них заказать еще несколько моделей. Кстати, можете обратить внимание на то, что эту сумку можно носить в нескольких вариациях. Watch for them bottle caps on the floor. Oh, my friends don't care about everything as long as you got. Следующий образ комфортный на каждый день. На мне джинсы из 12 Stores. Я влюблена в эти джинсы и из-за их посадки, и из-за их цвета. И эти джинсы настоящая находка для высоких девочек, потому что у них эти джинсы представлены в разных оттенках, и вы можете подобрать те, которые вам больше понравятся. И они даже на мой рост, 1,77 м, они достаточно длинные. Боди у меня с Asos, и оно на первый взгляд смотрится просто, но когда вы поворачиваетесь боком, вырезы придают особое настроение этому образу. Пуховик у меня от Feels, сумка Balmain, кроссовки, это полуботинки, полукроссовки от Top Top, и панамка у меня с Asos. Следующий вариант образа, он с винтажной рубашкой. Я надеваю ее на боди и сверху также надеваю винтажный пиджак, но в другом цвете. Я вам оставлю ссылки на эти пиджаки. Все, что я люблю, удобные джинсы, свободный блейзер, вместительная сумка и комфортная обувь. Conversation.
emotions have died out. I'll play the music from the beginning, and then we all just see it again.